Приготовь панкейки по этому рецепту, и я обещаю, это будут самые нежные и вкусные панкейки из всех, что ты пробовал. Для начала смешиваем кефир с содой и оставляем на 5 минут. Берите посуду большего объема, так как кефир начнет пениться и может даже вылиться. Желательно, чтобы кефир и яйца были комнатной температуры. За это время взбиваем яйцо и сахар в пышную пену. Смешиваем яичную массу и кефир. Понемногу добавляем просеянную муку. Хорошенько перемешиваем венчиком, чтобы не образовалось комочков. Вливаем пару ложек растительного масла, у меня оливковое. И снова перемешиваем до однородности. Панкейки жарим на сухой сковороде. На медленном огне переворачиваем, когда все пузырьки на поверхности лопнут. В этот раз я решила еще добавить дольки шоколада и ни капли не пожалела. Посмотрите, как аппетитно расплавилась шоколадка. Обязательно пробуйте и делитесь результатом. Пропорции я всегда указываю в видео, так что готовьте с удовольствием.